Воспоминания о революции 1917 года Валентины Ивановны Мотылевой. Валентина Ивановна, вы были свидетелем революции 1917 года. Я хотел попросить вас рассказать мне о том, что вы видели, и то, что вы помните о ней. Но вначале, может, вы мне скажете, где вы родились, когда вы родились и в какой семье. Я родилась в конце декабря 1893 года в Москве, где прожила почти безвыездно 30 лет. За этот период времени произошло множество грандиозных событий, которые, как это ни странно, довольно смутно и неполно остались у меня в памяти. Вероятно, потому что с самого начала сознательной жизни я чувствовала какое-то отталкивание от политических вопросов. Семья была скорее либеральных взглядов, но политика как таковая никого из моих домашних не захватывала. А ваша семья, вы были единственной дочерью или у вас были братья, сестры? Нет, у меня было 3 брата, которые все были старше меня. В 1906 году я поступила сразу в 3-й класс гимназии. Появились новые подруги, новые занятия. Началась новая, более самостоятельная жизнь, в которой события внешнего мира не входили вовсе. Точно мы жили в некотором царстве, в некотором государстве. Окончил гимназию в 12 году. В июле 14 года вспыхнула внезапно германская война. Москва как-то сразу наполнилась солдатами в бурых шинелях и щегловатыми офицерами. И те, и другие ждали отправки на фронт. Толпы москвичей с цветами и флагами провожали их на вокзале. Волна патриотизма охватила Москву и всю Россию. И, выйдя из берегов, перешла всякое чувство меры. Так запрещена была музыка немецких композиторов, из театра изъяты все пьесы немецких авторов, из музеев вытащены картины немецких мастеров. Немецкие товары подверглись бойкоту, так же, как и немецкий язык. Началась форменная вакханалия. Громили немецкие магазины из чувства высокого патриотизма, а предприимчивые граждане растаскивали и под шумок продавали своим знакомым украденные вещи по сходной цене. Патриотизм не знал уже больше никакого удержу. Недаром, говорится пословица, заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. В данном случае пословица била не в бровь, а в глаз. Так называемые патриоты, забравшись однажды в магазин роялей знаменитой старой немецкой фирмы Юлий Генрих Циммерман, изрубили на куски все рояли, находящиеся в магазине. Недовольствуясь этим, они ворвались во все отделения фирмы, в других этажах и стали бросать на улицу один за другим все рояли, находящиеся в складах. Рояли падали на мостовую и разбивались в щепки к удовольствию толпы, стоящей на противоположном тротуаре. Словом, получился абсурд и безобразие. Помню, как-то летом я видела, как на Кузнецком мосту громили немецкий магазин пуховых изделий. Из распоротых подушек и перин летел пух, заполняя воздух как бы хлопьями снега. Тротуары были покрыты густым слоем снежного пуха, а вокруг зеваки, сами покрытые пухом с ног до головы, смеялись и подбадривали зачинщиков. Мне стало противно, я ушла. Однако, к чести населения, надо сказать, что объявились и настоящие патриоты. Жертвовались огромные суммы на нужды войны. Устраивались концерты и спектакли с участием знаменитостей, делающих битковые сборы на подарки солдатам. Частные лица открывали на свой счет лазареты, делались уличные сборы, приносящие большие суммы денег. На офицеров и солдат девушки смотрели с обожанием. И когда появились первые раненые, эти девушки самоотверженно отдавали свои силы на уход за героями. В число самоотверженных девушек попала и я, поступив в частный лазарет купеческой вдовы Подушкиной. К сожалению, первый контакт с ранеными оказался для меня и последним. Выяснилось, что я не могла переносить вида крови, а раскрытые раны вызывали во мне физическую тошноту. Мне предложили работу по хозяйственной части. Но эта работа меня мало привлекала, тем более, что в нашем лазарете оказалось 18 добровольных сестер на 20 раненых. Я подумала и покинула госпожу Подушкину. Тогда я решила пока что поступить в театральную студию для профессиональной подготовки. Театр с ранней юности был моей заветной мечтой. Я пошла к известному режиссеру Федору Федоровичу Мясаржевскому и после экзамена сразу же была зачислена в труппу его учеников. А это было когда? В каком году? Это было в 16-м году. Угу. А может, немножко расскажете о самом Комиссаржевском? Ах, Комиссаржевский был, как вам сказать, кумиром, конечно, всей группы, и артистов, и учеников. Был очень сдержанный, очень далекий от нас, ни с кем из нас он в контакты никакие не вступал, но был человек с большим юмором и очень часто, так сказать, смешил нас всякими замечаниями. Прошло 2,5 года с начала войны. Налаженная обывательская жизнь с виду как будто совсем и не изменилась. Люди работали, ходили в театры, в кино, в гости, играли в преферанс. Можно было подумать, что война протекает на какой-то другой планете. В действительности же в жизни населения произошел постепенно за эти годы огромный сдвиг. Давно исчез из обихода елейный патриотизм 2014 года. Слухи, доходившие с фронта, были один хуже другого. Говорили о бесчисленных поражениях русских войск, о глухом недовольстве среди солдат, о безмене пронемецкого элемента в армии. Втихомолку обвиняли немку Алису и ее ближайшего советника Распутина в желании помочь врагу. Государя упрекали в слабости и попустительстве. Эти слухи способствовали все нарастающей тревоге населения. Появление у лавок очередей говорило о недостатке продовольствия. В это тревожное время москвичей огорошила вдруг весть об убийстве Распутина. Слуху сначала не поверили. Потом, когда сомнения рассеялись, началось общее ликование. Появилась надежда, что с исчезновением злого гения наступит райское житье. Однако по прошествии некоторого времени население увидело, что райское житье что-то не приходит. Хвосты у лавок все удлинялись, а продовольствия становилось все меньше и меньше. В хвостах обнаруживалось недовольство, часто бурного характера. В атмосфере чувствовался накал, который требовал разрядки. Вдруг из Петербурга донесся слух о беспорядках среди солдат. Говорили, что целый полк с оружием в руках вышел на улицу. Другие полки будто бы последовали этому примеру, и образовалась целая армия вооруженных людей. Положение стало угрожающим. Царь отрекся от престола, и после целого ряда перипетий во главе России стал Керенский, и образовалось временное правительство. А вы не помните, что говорили о Керенском? Ну, так сказать, он считался, скажем, у тех людей, где вы были, он считался как бы героем. Боже мой, это был кумир, о нем говорили как о каком-то высшем существе, который один только может спасти Россию. Говорили о его пламенных речах, о его необыкновенном темпераменте, о его необыкновенной работоспособности. Особенно дамы это было вроде что-то особенного, такого, понимаете, любимого тенора. Ну, в общем, это была какая-то фигура очень-очень уважаемая, даже обожаемая, я бы сказала. Да, да. А здесь тоже я бы хотел вас переспросить. У вас было 3 брата, да. И они были все старше. Ваши братья, они как-то интересовались политикой или участвовали, скажем, в каких-то там кружках? Или, может... Абсолютно ни в каких кружках. И политикой интересовались больше по слухам. Читали газеты, ну, знали какие-то события, но, так сказать, особенно они их не задевали. Каждый занимался своим делом. Вы мне раньше рассказали, по-моему, об одном из них. В чем проявилась его революционность? Может, вы повторите вот эту маленькую такую картинку его, ну, как да, он стал революционером? В детстве, когда мне, может, было, я не знаю, 10 лет, вот так вот. Ну, тогда был в моде Горький, брат носил косоворотку, волосы у него были в каких-то клочьях, падающими на лоб, сапоги, вообще весь облик, так сказать, такого маленького Горького. Потом у него были какие-то там 2-3 прокламации в столе, которых он, я думаю, сам не понимал. Держал больше для фасона, для приятелей. Да, вот да, так да. Вот. А остальные братья абсолютно политикой не занимались. А в течение 17-го года, ну, первой половины, скажем, весны и лета, ваша артистическая деятельность, она продолжалась? То есть жизнь это ваша еще не была нарушена? Это не была артистическая деятельность. Да. Я еще была ученицей. Ага, так, да, да. И ходила смотреть с запоем каждый спектакль, который давался вот, в театре. Так что я домой приходила не раньше 12 часов. Все спектакли знались наизусть. А кто же тогда в то время как бы царствовал на сценах? То есть в нашем театре? Да, ну или, скажем, вообще в театральном мире. Наш театр был театром молодежи, понимаете, да. Так что там никто не царствовал. Это были... Один актер мог играть главную роль, в другом спектакле он выходил в толпе и так далее. Так что там никакого царствия не было. Это был авангардный театр, скорее, так сказать, постановщика, но не актера. Да, да. Не, а я думаю, вообще в Москве кто тогда считался... Вообще, конечно, художественный театр. Качалов, Книпер, Германова, Москвин, Станиславский. Масса всяких актеров было. Ну, вот эти были, конечно, самыми главными. Были в Малом театре, скажем, Южин, Ленский. Нет, Ленский, по-моему, в то время даже уже и умер. Я в Малом театре очень мало бывала, поэтому мало что могу рассказать о нем. Да. Ну, какие еще были? Были какие-то... был драматический театр, где ставили в свое время, в то время как раз, Павел I, где прославился очень Певцов, такой актер. Там была очень хорошая, сильная труппа. И были интересные спектакли. Потом было множество других. Был театр Корши, это был, так сказать, второго сорта, что ли, хотя актеры там были замечательные. Но репертуар был такой, как для публики менее изысканный. Да. Хорошо, может, тогда вы продолжите ваш рассказ? Итак, значит, слух о бескровной февральской революции немедленно облетел всю Москву и, конечно, всю Россию. Радостям и объятиям москвичей не было конца. Теперь-то уж, наверное, Россия вздохнет полной грудью и триумфальным маршем пойдет к победе. События начали развиваться с кинематографическим темпом. По моим воспоминаниям, Ленин с товарищами вернулись в запломбированном вагоне из-за границы. Лозунг, призывавший солдат бросать оружие и возвращаться домой, произвел на солдат магическое действие. Патетические речи Керенского о войне до победного конца мгновенно забылись. Фронтовики, побросав оружие, кинулись к железнодорожным путям, ведущим на родину. Офицеры, которые пытались остановить солдат напоминанием о военной дисциплине, убивались на месте. началось стихийное бегство, которое не могли остановить ни временные правительства, ни аресты, ни тюрьмы, ни даже расстрелы. Произошел созыв учредительного собрания, но, вопреки всем надеждам, он не принес ничего нового. Ленин со своими соратниками при помощи матросов сумел его разогнать и захватить власть в свои руки. Петербургу пришлось покориться и признать новое правительство. В Москве же объединившаяся группа юнкеров решила отстаивать старые военные традиции. Или умереть с оружием в руках, или победить. Борьба была жестокой и упорной, но бедные мальчики умерли геройской смертью после нескольких дней боев. А у вас не осталось воспоминаний вот об этих днях? Как же? Именно того, что вы сами видели. Как же? Мне случилось быть невольной свидетельницей, так сказать, по слуху всего этого происшествия. Однажды, будучи уже актрисой, я была приглашена на вечеринку к моей подруге в Замоскворечье после спектакля. Я согласилась, так как на вечеринку должны были собраться интересные люди. Одевшись в лучшее платье, которое у меня осталось, сняв грим только наполовину, чтобы быть красивее, я пошла к остановке трамвая у Страстного монастыря. Вокруг пустого вагона толпились люди, о чем-то говорили, о беспорядках за Москвой рекой, о выстрелах, об опасности ехать в эту сторону. Я была заколебалась, но желание попасть на вечеринку было, видимо, так велико, что я пренебрегла опасностью, хотя выстрелы глухо уже доносились на Страстную площадь. Трамвай наконец тронулся. По мере приближения к Кремлю выстрелы участились. Слышались даже разрывы больших снарядов. Стрельба вскоре сделалась непрерывной. Это и был тот последний решительный, когда большевики выбивали юнкеров из засады. Испуганные трамвайные пассажиры молили Бога о спасении. До конечного пункта мы как-то доехали. На вечеринку я попала, но все было омрачено совершающимся событием. Было уже не до веселья. В замоскворецкой квартире вся наша компания в 5-6 человек отсиживалась несколько дней, так как стрельба все усиливалась. Телефон не действовал, и я была бессильна дать о себе знать моим домашним, которые даже не подозревали о моем намерении ехать в Замоскворечье. Я была в отчаянии. Наконец стрельба прекратилась. Я возвращалась пешком домой, в противоположную часть города. Трамваи не ходили. Улицы были завалены грудами кирпича и стекла. Одни дома были искалечены артиллерийскими снарядами, другие продырявлены пулями. Окон почти не было. Отвалившаяся штукатурка загромождала дорогу. На душе была тоска. Когда я вернулась домой, и мама увидала меня живой и невредимой, она упала в обморок. Все в доме были уверены, что я была убита. В Москве началась новая эра. Большевистская власть энергично принялась за ломку старого строя. Появились какие-то учреждения с нелепыми названиями. Закрылись наглухо магазины. Продовольствие из лавок исчезло безвозвратно. Испуганные граждане сидели в своих нетопленных комнатах и боялись высунуть нос на улицу. Начался голод. Похудевшие обыватели с ночи становились в очереди за хлебом, с плесенью или мороженой картошкой и часто уходили утром домой с пустыми руками, так как до них не доходила очередь. Иногда в виде утешения им выдавали какие-то никому не нужные вещи, вроде крючков для удочек или банок для варенья. Пустых? Конечно. Начались преследования нежелательных элементов. Буржуев, интеллигентов, торговцев. Доносчики не дремали. Работа по вылавливанию врагов революции была поручена верным людям, составляющим чрезвычайную комиссию или попросту ЧК. Пошли расстрелы, ссылки, тюремные заключения. А ваша семья и, скажем, братья ваши как, не пострадали? Вы знаете, как это ни странно, никто из моей семьи не пострадал ни во время, ни после. То есть пострадали там, от голода, от всего этого, но ничего не было. Потом, будучи уже за границей, я узнала, что один мой брат был в тюрьме. Мне написали открытку, что Коля в больнице. Вообще-то это был такой условный знак, что ли. И я перестала писать домой. И до сих пор не знаю, что с ними. Живы они, умерли, погибли, ничего не знаю. Да. Сейчас. Одно слово ЧК приводило в дрожь запуганных обывателей. Никто не знал, ложась спать, что с ним будет утром, так как ЧК в своем усердии переходила иногда границы. Голод вызвал появление мешечников, которые продавали по баснословным ценам продукты питания и топлива, обезумевшим от голода и страха гражданам. Впрочем, пока еще вопрос топлива не стоял так остро. Топили мебелью, снятыми с петель дверями, деревянными перегородками. В большом ходу была также миновая торговля. Причем самой ценной разменной монетой была соль, которая исчезла из продажи окончательно. Крестьяне нуждались в соли, чтобы делать мясные запасы. Товарищи, солдаты и матросы, почувствовав себя хозяевами положения, безнаказанно безобразничали по городам и деревням. Начиналась гражданская война. Наладив наскоро административный аппарат, правительство обратило особое внимание на вновь образованные культурно-просветительные учреждения, главным образом политического характера, конечно, митинги. Там с эстрады полуграмотные люди вдалбливали в голову отупевших обывателей ненавистную политграмоту, в которой лекторы сами были не очень тверды. За посещаемостью митингов следил пронырливый глаз чекистов. Декоративным оформлением этих культурных центров служили три элемента – кумач, еловые ветки и портреты Ильича. А в то время портрет каких-нибудь других вождей тоже были? Тоже были, конечно, но Ильич занимал, конечно, самое главное место. Были там и Троцкий, и Каменев, и Зиновьев, и Антонов-Овсеенко, и всякие такие революционные вожди. Но Ильич это был символ какой-то, понимаете? Символ революции. А портреты Сталина вы помните или нет? Нет, тогда Сталин вообще даже слова, фамилии-то его не знал. Он был совершенно в тени. Митинги происходили по большей части в парадных залах реквизированных особняков, где роскошь лепных стен, хрустальных люстр, зеркальных окон резали глаз в соседстве с кумачом и наскоро сколоченной эстрадой. С новым декоративным стилем мне пришлось познакомиться позже очень близко. В то время Москву наводнил новый элемент. Солдаты во вшивых шинелях, вернувшиеся с фронта и из плена, и беженцы со всех концов России с изможденными лицами, с котомками и узелками за спиной. Откуда и куда они шли, никому не известно. Гражданская война гнала их с ребятишками из насиженных мест с жалким скарбом. Новый элемент был настолько многолюден, что правительству пришлось организовать новое учреждение под названием Центропленбеж. Мы давно уже привыкли к варварским названиям, как привыкли к тому, что было упразднено наше крестное имя. Всех граждан называли общим именем товарищ, что далеко не всегда соответствовало действительности. Центропленбеж сыграл в моей жизни некоторую роль. Получая в театре гроши, да и то с опозданием, мы, актеры, буквально голодали, так как на мешочников у нас не хватало пороху. Один наш товарищ по театру, человек предприимчивый и энергичный, свел близкое знакомство с нужными людьми, которые поручили ему составить труппу, чтобы обслуживать культурные запросы пленных и беженцев. Труппа была составлена без промедления из нас, актеров бывшего театра имени Комиссаржевской. Приготовив наскоро несколько пьес, мы приступили к спектаклю. В эту труппу входило несколько молодых актеров, ставших впоследствии знаменитостями. О качестве спектаклей говорить не приходится. Качество... А вот, может, вы расскажете, кто же именно были эти актеры? Вот, я вам скажу. Это были... может, такую маленькую картинку их нарисуете от тех дней, вот так, как вы их помните? Ну, я их помню совсем молодыми мальчиками, потому что они пришли в студию, все в студенческих фуражках, вообще, так сказать, прифраченные и все такое. А потом выяснилось, что они просто были гимназистами, студенческие фуражки носили без права на то. Так вот, они были способны с самого начала. Это были Игорь Ильинский, который сейчас занимает почти первое положение в Советской России как актер. Действительно, я его видела здесь, в «Шатле», в «Плодах просвещения», который был довольно средний спектакль, но он просто выделялся из всех актеров. И потом Кторов. Простите, как? Кторов. Кторов, да. Да, артист художественного театра. Оба они народные артисты уже, и, так сказать, сейчас на возрасте. Мне даже странно было видеть этого мальчика, которого я перестала видеть, я не знаю, с 20-х годов, уже взрослый мужчина, с седыми волосами, уже с почтенной, понимаете, такой внешностью. Но встретились мы очень хорошо, надо сказать. Вспоминали о старых всяких спектаклях, о старых встречах, о молодости вообще. О качестве спектаклей говорить не приходится, качество было плохое. Однако спектакли имели постоянный и неизменный успех у неискушенных зрителей, которые просто не понимали самой сути пьесы. Эти спектакли назывались халтурными, но не мешали нам работать всерьез в нашем основном театре. Они занимали у нас только дневные часы, да и то далеко не ежедневно. А в театре мы играли только по вечерам. Халтура разрослась пышным цветом и по другим театрам, так как была тесно связана с добавочным заработком, а иногда даже и с пайком. Только один раз за долгое время халтура сыграла с нами злую шутку в одном из важнейших этапов нашего театра и поставила нас под угрозу увольнения. А я хочу переспросить, ваш театр назывался тогда как? Тогда он продолжал называться театром имени Комиссаржевской, хотя Комиссаржевского уже не было тогда, и театром руководил Василий Григорьевич Сахновский. Да. Но помещение было все то же, актеры были все те же, и, так сказать, направление театра было все то же. Да. Так вот... Но помещение это было слишком мало и интимно для громоздких революционных пьес с большими народными сценами. Наш режиссер Василий Григорьевич Сахновский подал в Наркомпрос заявление с просьбой о предоставлении ему более обширного и более оборудованного технически театра. Наркомпрос пошел Сахновскому навстречу, но хотел, чтобы ему был показан спектакль, подходящий к требованиям революционного зрителя. Была выбрана пьеса Каменского «Стенька Разин». Не теряя времени, приступили к репетиции. Чтобы не ударить лицом в грязь перед наркомпросом, были приглашены на главные роли известные артисты из других театров. Знаменский из художественного на роль Стеньки и Коуэнн, премьерша камерного театра, на роль персидской княжны. В качестве постановщика народных сцен в театр вошел знаменитый мастер этого дела Александр Акимович Санин. Работа закипела, к назначенному сроку спектакль был готов и объявлен в печати. На беду в этот же самый день Центропленбеж назначил спектакль где-то за 20 верст от Москвы на какой-то фабрике. Как неубедительны были наши доводы, наша просьба отменить спектакль осталась напрасной. Но нам было обещано, что лошади будут поданы вовремя, и к 6 часам вечера мы будем доставлены в Москву. Спектакль окончился к сроку. Но мы с ужасом узнали, что лошади уехали в другой какой-то центр с другой труппой. Мы очутились в отчаянном положении. Все мы были заняты в показательном спектакле, на котором должна была присутствовать вся, так сказать, знать наркомпроса во главе с комиссаром театра, товарищем Каменевой, сестра Троцкого. Ожидание было невыносимым и казалось бесконечным. Наконец лошади приехали, и мы, давши кучерам на чай, понеслись в Москву. Приехав в театр, мы узнали, что первый акт уже начался с опозданием из-за нашего отсутствия. Мы, как воры, прошмыгнули в общую уборную. Когда первый акт кончился, мы с ужасом увидели, что все лица, причастные к театру, от режиссеров Сахновского и Санина, вплоть до сценических рабочих и даже, кажется, пожарных, были выпущены на сцену. К счастью, весь первый акт состоял из народной сцены, и наше отсутствие не было катастрофическим. Быстро загримировавшись и одевшись, мы приступили ко второй картине. Спектакль прошел с большим подъемом. Экзамен был выдержан, и Сахновский получил в своем распоряжении театр «Эрмитаж», который отныне стал называться показательным. Ввиду успеха «Стеньки Разина» художественный совет театра решил вопрос о нашем увольнении снять с очереди и заменить наказание публичным выговором. В показательном театре выступать мне не пришлось, хотя я была уже ангажирована в труппу. Мой брат-архитектор был переведен на службу в Нижний Новгород, и они с мамой начали готовиться к отъезду. Передо мной стала дилемма: ехать в Нижний с семьей и порвать с театром, или же остаться в Москве и играть в показательном. Я выбрала последнее. Правда, жизнь в Москве не предвещала ничего хорошего. Наша квартира, ставшая почти нежилой из-за холода и нагромождения ящиков и сундуков, находилась в рабочем районе, и возвращаться вечером домой было страшновато из-за беспорядков. К тому же в Москве появились грабители под названием «прыгунчики», которые одевали ходули и брали свою жертву на испуг, а потом раздевали догола. Целые полчища беспризорных ходили по улицам, не давая спуску прохожим. Уплотнение в Москве было колоссальным, и нанять комнату где-нибудь в центре было невозможно. Я потерялась и не знала, что делать. Судьба сжалилась надо мной. Мне предоставилась возможность уехать в Петербург, переименованный большевиками в Ленинград, и поступить в театр народной комедии. Комнаты в опустевшем городе мне была обеспечена. Я погоревала о разлуке с любимым театром и старыми товарищами, втиснулась в переполненный солдатами и матросами поезд и уехала в Ленинград. Это было весной 1919 года. Хорошо. Я хотел вот вас что еще спросить. Может, вы бы рассказали о вашей театральной деятельности, о тех людях, которые, так сказать, вы знали в то время, и которые стали известными или были уже тогда известными. Может, опять-таки тоже такие нарисуете маленькие портреты. Ну что же, я поступила в 16-м году в студию. Там был репертуар, тогда еще там был Комиссаржевский и Сахновский, они вдвоем были режиссерами. Репертуар был такой, отчасти тот, что был в театре Комиссаржевский в Петербурге. Шли ночные пляски Сологуба, шел скверный анекдот Диккенса, шел Ванька Клюшник Сологуба, шло, что еще, я сейчас уже не помню, так давно было. В общем, такие вот пьесы, понимаете, шел «Проклятый принц» Ремезова, шел «Алексей Божий человек» Кузьмина. Вот такой был репертуар. Я в первый год моего поступления к театру не имела абсолютно никакого отношения, но вся атмосфера артиста, вообще, так сказать, причастие к этому самому, к этой самой, ну, я бы сказала, жизни да. театральной, конечно, на меня действовало, мне это очень нравилось. Потом как-то стали ходить в кафе, где бывали артисты, знакомились с артистами других театров, ходили по контрамаркам куда-то, так что вот так. А когда вы уже переехали в Петербург, там какие пьесы шли уже в 19-20-х годах? Я поступила в театр народной комедии. Это был совершенно особенный театр. Режиссером и основателем его был Сергей Эрнестович Радлов, который, значит, устроил театр смесь молодых драматических актеров с циркачами. Так что пьесы делались специально для этого, понимаете, циркачам давали возможность показывать их, так сказать, искусство, а мы говорили текст. Ну, там был, значит, режиссером Радлов, потом был приглашен Миклашевский. Этот театр очень нравился Горькому, он там бывал. Там бывали очень талантливые актеры, скажем, циркачи. Некоторые были замечательные, но они никак не смешивались с нами, и нас презирали вообще. Потому что они лазили по трапециям, какие-то клоуны устраивали всякие кунштюки. Так мы разговорная речь, понимаете, были, в общем, как бы в помощь им. Это был очень интересный театр, и находился он в Народном доме, и очень посещаемый, и очень нравившийся, так сказать, революционному зрителю. Потом одновременно я поступила, это было очень замечательное учреждение, тогда почему-то в страшном почете были милиционеры. И вот милиционеры образовали и драматическую студию, и балетную студию. Какие-то большие писатели читали лекции там этим самым милиционершам. Милиционерши были почти все женского пола. Ну, и, значит, я не знаю, очень Александр Блок там читал. А почему? Потому что там давался очень хороший паёк. Так что все туда шли. И вот образовался театр такой, который состоял из, в большинстве случаев из актеров Александринского театра. И там игрались такие типичные ну, пьесы, которые шли во всех театрах, что называется ходовые пьесы. И там участвовали блестящие актеры. Там был и Кондрат Яковлев, Корчагина-Александровская, Вивьен, Смолич и многие другие, которые сейчас мне просто не приходят в голову. Спектакли были абсолютно слаженные, потому что они играли их 1000 раз вместе. Так что мы с 2 репетиций ехали в Павловский театр. Шли спектакли летом, особенно в Павловском театре. И возвращались домой с копейкой в кармане. Понимаете, были все очень довольны. Да, да. Вот в Петербурге моя, так сказать, артистическая деятельность была вот такова. Причем участие в театре, он назывался «Горохр», «Городская охрана». И, значит, для меня он лично был очень полезен, потому что до сих пор я была в студийном театре, где много работали за столом, где вообще искали каких-то заданий. А тут попросту уже все было сделано, и нужно было в 2 репетиции сделать спектакль. Так что это было очень, для меня это было очень полезно как упражнение. И как долго вы были в Петрограде? Я в Петербурге была с 19-го, стало быть, по 21-й. По 21-й. И, может, вы очень коротенько расскажете, при каких обстоятельствах и когда вы уехали из России? Я уехала из России, будучи замужем за художником Аненковым, в 1924 году. При каких обстоятельствах? Во-первых, жизнь художника в России была очень интересной, потому что надо было делать или портреты вождей, или же какие-то картины на тему о революции, что моего мужа тогда не очень увлекало. А так как он учился в Париже до войны, то это была его большая мечта, понимаете, уехать в Париж. И вот в один прекрасный день пришло разрешение выехать в Париж. Между прочим, я совсем не думал, что мы в Париже останемся. Я думал, вот пройдет какие-то 5, 2, 5, 6 лет, мы вернемся в Россию. Так что я все вещи оставила так на произвол судьбы. Но обстоятельства сложились так, что мы остались навсегда в Париже. Хорошо, если можно, тогда на этом мы закончим. Я хочу вас поблагодарить.